День молодежи – событие, которого с нетерпением ждут самые активные химчане. Не словом, а делом они целый год доказывали свое стремление помогать людям. Служить делу готовы в любых условиях – на суше, в воде и в воздухе. Свой праздник отмечают также с привычным азартом – на водной глади канала имени Москвы. Каждый год мы отправляем в плавание праздничный корабль-теплоход, на котором собирается самая активная молодежь нашего городского округа Химки, которые на протяжении года показывали своими поступками и делами, что они едины с городом, что они готовы всегда и во всем помогать. А помогать волонтеры Химок действительно умеют. В числе их заслуг – работа Центра поддержки семьи мобилизованных, сбор гуманитарной помощи, информационные и юридические консультации, горячая линия. Высокие показатели оценены по достоинству. Депутаты Руслан Шаипов, Юлия Ишкова, Александр Васильев, Валентин Герасимов, Владимир Суслов вручили ребятам благодарственные письма. Ура! Ура! Главное правило химкинской молодежи – единство. Ребята четко следуют принципу «один за всех и все за одного». Результат такого подхода к делу – лидерство волонтерского сообщества «Химок» во всем Подмосковье. В городском округе Химки зарегистрировано 1902 волонтера. Мы занимаем лидирующие позиции в Московской области. Это движение у нас очень сильно развивается. У нас есть свой региональный ресурсный центр, один из 10 в Московской области. И один из первых открытый именно у нас в городском округе Химки. В праздник все в честь молодежи Химок. Цветы, награды, слова приветствия. И, конечно же, незабываемое речное путешествие в окружении природных пейзажей. Всем молодежи!